А на острове отдыха появится огромный, появился уже огромный павильон для самбо. Построят его неподалеку от центрального стадиона. Тренироваться здесь смогут больше 300 спортсменов. В здании, кроме просторного зала, будут 3 раздевалки, сауна, медицинский кабинет и тренерская комната. Туда же будут приходить представители смешанных единоборств. Сейчас у красноярских самбистов все еще нет своего помещения, чтобы заниматься им. Приходится арендовать залы. Сергей Рёмин, который одним из первых оценил проект, сегодня заявил, что скитаниям будет положен конец. Все борцы, вот знаете, как эти бродячие вот эти голландцы, или как летучие голландцы называют, вот бродят, там арендуют, там арендуют. Ничего вообще, ничего, ни метра своего нету. А мы славимся тем, что надо воспитывать ребятишек. Мы, по сути, весь комплекс борьбы охватываем. И самое главное – это ребятишки.